Всем доброе утро. Ночь прошла вообще отлично. Молодцы. Вон тряхнут мамку, уже погуляла. Сходили они на уличку. А Байкуша пьет. Ой, ой. Собаки у нас взрослые сегодня дрыхли до 10 утра. Не выходили. Сходили, погуляли. Ой, Байкал. Ну, как всегда. Джесси лежит недалеко, да, Джесси? Она вчера прям охраняла, лежала около вольерчика. И охраняла, чтобы Байкал не подходил. Умница. Умница. На кушку уходила, она лежала рядом. Ладечка сейчас вот издалека лежит, наблюдает. Она знает, что нельзя подходить. Хочется, конечно, скажи, очень. Ну так, она с краешку, если кто лежит, подоближет. Молодец. Умная. Вот тут. Так, а что не все кушаем, а? Чего такое? Ой, ой, ой. Вот колбасит-то во сне. Ой, бухтышка наша. Чего такое? Они, конечно, ждали кефирчик с утра. Да, ой, ой. Дашка же их кушала во сне. Мы их брали с Машей на руки. Они так причмокивали. Уже все равно понимают, что мы их кормим. Дашка же. Ой, иди кушай, иди. Вот это у него шум, это просто, это будет папа Байкал. Она длиннющая у него какая-то. И прям плотная, густая. Ой, да что? Ты ко мне хочешь? Нет, к мамке иди. Смотрите, видите? Я вас покормлю сейчас. Давайте молочко покушайте, а потом кефирчику шлифанете. Это дрыхнет. Тоже во сне кушают все. Давайте просыпайтесь вон. Макушка сейчас их покормит.